Это фестиваль особого театра. Событие проходит ежегодно и уже стало традиционным, но участники не перестают удивлять. Мы познакомились с фестивалем про театр. Это главный в нашей стране фестиваль особого театра. И мы обнаружили в особом театре, в театре с участием людей с инвалидностью, ресурс для развития современного театра. Мы увидели особый культурный феномен, который сочли за честь представлять на своей площадке. Каждый год организаторы протеатра выбирают лучших из нескольких десятков зарубежных инклюзивных коллективов. В 2018-м тема фестиваля – классика и современный танец. Строгий отбор прошел пластический спектакль от южноафриканской танцевальной компании «Unmew Dance Company». Ему доверили право открывать театральный форум. Для меня сцена как церковь. Это место, где я делаю то, что призван делать на земле. Я должен делиться с людьми искусством, потому что вижу – искусство – зеркало общества. Unmew Dance Company существует уже 5 лет. На сегодняшний день в Южной Африке это единственная танцевальная компания, доступная каждому. Здесь есть и люди с ограниченными возможностями, и обычные танцоры. Все они объединяются, чтобы создавать искусство. В спектакле задействованы 9 человек. 5 на сцене, остальные помогают за кулисами. Хореограф Тембомбули признается, постановка родилась буквально за 4 недели. Но с каждым показом ее дорабатывают снова и снова. Над проектом трудятся все вместе. Здесь каждый танцор вносит свой вклад в создание шоу. Уникальный совершенно подход к актерам. Они сами встретились и решили делать театр. И каждый актер, он пришел своим таким вот необыкновенным путем в этот коллектив. И он несет какую-то свою идею в искусство. И вот мне кажется, этот коллектив ценен вот таким подходом к организации самого театра. По словам танцоров, главная идея спектакля напоминает историю птицы Феникс. На глазах у зрителей Южная Африка возрождается из пепла собственного прошлого. Постановка вдохновлена историей итальянского города Помпеи, который погиб от извержения вулкана. Мы вписали это в южноафриканский контекст. Вначале все танцоры были словно старинные статуи, спрятанные под слоями земли и пепла, точно как после извержения вулкана в Италии. Костюмы помогали нам выглядеть похожими на скульптуры или на привидений. Мы были скрыты под пеплом, и нас пробудили. Во время спектакля певица Бабалва Маквиту как будто возродила нас из смерти в жизнь.